На одном дыхании пролетели почти 3 часа юбилейного концерта. На сцене, кроме зажигательных, грациозных танцев, были и поздравления, звучащие в адрес исполнителей, но в первую очередь в честь основателя коллектива Любови Левиной и ее коллег Юлии Евстафьевой и Любови Малининой. В нашем городе несколько замечательностей. Конечно же, одна из них – это предприятие, которое делает «Титан» для всего мира. А другая – это остров танца и станции. Станции островом грации, вдохновения, музыкальности. Вы всегда украшаете наши мероприятия, и поэтому я с удовольствием выполняю поручение генерального директора Михаила Викторовича и вручаю вам сертификат на 60 пар танцевальной обуви. В числе восторженных зрителей глава Верхнесалдинского городского округа Алексей Забродин, который вручил коллективу Любови Левиной благодарственное письмо за высокие достижения в области культуры и искусства. За 25 лет существования студии «Остров танца» создано 500 хореографических постановок, дано более 30 сольных концертов, на которых побывало более 19 тысяч салдинских зрителей. На концерт впервые я пришла в 2000 году. И после этого я не пропустила ни одного отчетного концерта, потому что на каждый концерт он неповторим. И на каждом концерте получаешь массу положительных эмоций, тебя чувства просто переполняют. Это здорово, что у нас в Салди есть такой танцевальный коллектив «Остров танца». На концерт «Острова танца» ходим уже очень давно. У меня занималась первая племянница, выросла, выпустилась. Сейчас ходит вторая маленькая. У сына там участвуют 2 одноклассницы, то есть посещаем активно. Очень нравятся их концерты. Очень люблю выступления, вообще все организовано замечательно. В активном репертуаре студии 38 хореографических номеров. На юбилейном концерте зрителей порадовали давно полюбившийся гламурный переполох «А ты меня перетанцуешь» и новинка «Шепот трав». За четверть века выпускниками «Острова танца» стали 110 воспитанников. По программе коллектива обучались более 1000 салдинских детей и подростков. 14 выпускников студии стали педагогами, хореографами. Вдохновение, и чтобы эта планочка все выше и выше поднималась. Самое главное – это желание ребятишкам заниматься. И, конечно же, хотелось бы пожелать еще долгих-долгих лет жизни студии. И когда это желание совпадает с возможностью заниматься, это, конечно же, даст свои плоды. Конечно же, мы будем, как город, звучать не только на области, я думаю, но и на всей России. Знакомые номера и блистательные премьеры, современная и классическая хореография, плясовые, хороводные, вальсы и фокстроты – все это в исполнении «Острова танца» неизменно вызывает восторг у зрителей. В конце каждого выступления звучит громкое «Браво», ставшее высшей оценкой юбиляру.